27-летняя Светлана Лобода сегодня отмечает день рождения старшей дочери Евы. Девочке исполнилось 9 лет. Бывшая солистка группы Viagra опубликовала трогательный кадр с именинницей. Светлана и Ева позировали в банных халатах и с полотенцами на головах. Певица опустилась перед дочерью на колени и нежно ее поцеловала. Звезда сопроводила снимок голосовым сообщением наследницы. Ева записала его для мамы, когда та была на гастролях. «Привет, мамуля! Слава Богу, что ты прилетела. У нас все хорошо. Я очень жду тебя и очень хочу к тебе в Рим. Присылай фотки красивые. Я тебя люблю. От меня огромный привет, и от Тильды тоже. Нам тут хорошо. Всего наилучшего тебе, мамочка, хорошего концерта, хорошей работы», пожелала девочка Светлане. Артистка также показала нежный кадр с дочерью в кровати. Ева прижалась к маме и поцеловала в щеку. «Моя любовь, мое счастье, моя жизнь. Тебе сегодня 9. Будь здорова, моя девочка, пусть Бог тебя оберегает», обратилась Лобода к имениннице в Инстаграм. Светлана родила Еву от бывшего гражданского мужа, украинского танцора и хореографа Андрея Царя. Они расстались в 2014 году, Ева осталась жить с матерью. Девочка растет творческой личностью, она занимается вокалом, играет на гитаре, барабанах, сочиняет песни и любит танцевать. В прошлом году Лобода пригласила на день рождения дочери аниматоров, однако в этот раз праздник пришлось отметить в узком семейном кругу из-за пандемии. У артистки также подрастает дочь Тильда, которой в мае исполнится 2 года. Известно, что Лобода родила ее от солиста группы «Рамштайн» Тили Линдеманна. Недавно Светлана Лобода похвасталась фигурой без белья. Ранее певица показала, как дочь Ева села на шпагат.